Завершим спортивной новостью. Курянин Юрий Храмцов стал победителем этапа чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам, который прошел в Нижнем Новгороде. Для нашего земляка золото на турнире такого уровня стало первым в карьере. Этап чемпионата мира собрал порядка 100 гонщиков, включая победителей международных стартов. Сложнее всего было на стадии квалификации. Соревноваться пришлось не только с прямыми конкурентами, но и с соперниками классом ниже. На трассе было 22 человека в одно и то же время. То есть были также медленные пилоты, и они не давали проехать быстрый круг. У меня это все получилось единожды. То есть один круг у меня получился самый быстрый, и он как бы стал первым временем. Сама гонка сложилась проще. 8 кругов курянин преодолел, не оставив соперникам шансов. Успех значимый. На профессиональном уровне Храмцов выступает всего лишь 2 года. Тренируется в Курске. В Юрии есть такая черта, он умеет слушать тренера. У нас были соревнования за неделю до его чемпионата России этапа. И у него там не получилось, какие-то были проблемы. Ну, мы с ним их обсудили, все нюансы, ошибки его исправили. И вот на этапе супербайка он выиграл. Впереди очередной этап, который пройдет в Казани. Воодушевленный победой, Юрий Храмцов вновь планирует выступить достойно. Надеется, что высокие результаты помогут ему привлечь спонсоров. Александр Юров, Денис Федорков, телеканал 7.